Новый спутник. Мелисента. Девушка со шрамом на лице. У нее с собой древний клинок и роботизированная правая рука. Найти ее можно в случайном баре одной из путевых станций. Новые руины. На северо-западе от Безродного можно найти древнюю лабу с хорошим лутом и боссом в конце. Новый ультимативный босс. Маления. Богиня гнили. Она довольно сильна. Рекомендуется приходить к ней большим отрядом и в хорошей экипировке. В качестве лута из нее можно получить клинок Мейта, одежду высокого уровня и уникальный подоспешник. А также одна новая комбо-анимация для катан. Данная анимация работает только у женских персонажей и только с катанами, которые помещаются в слот двуручного оружия.